Две команды, представители старшего и младшего поколения, сразились в юмористическом баттле. Для брестской публики участники проекта КВН подготовили множество шуточных инсценировок и пародий на самые разные жизненные темы. КВН поколение, именно поколение разных поколений молодежи и нашего поколения, которое находится у нас на обслуживании в нашем территориальном центре. Нам это показательно. Почему показательно? Потому что, когда смотришь на выступления одних и других, и знаете, если вот так закроешь глаза и послушаешь, то разницы, в общем-то, нет. Ну, тем не менее, где-то зрелые ответы, где-то, может быть, зрелый ответ, а где-то такой ответ, который уже, ну, задумаешься. В молодом возрасте так четко, так правильно и так нужно отвечают. Юмористические подходы к заданиям отличались кардинально. Однако участники не уступали друг другу в шуточном мастерстве. Ведь подготовка и репетиции занимали у каждой команды продолжительное время. И оно было потрачено с пользой для дела. Это еще раз подтвердили зрительские аплодисменты. Какой бы результат ни был, он всегда работает на и тех, и других. То есть это общий результат. Поэтому даже если будет наша ничья общая, будем очень рады и довольны. Соревнования в конкурсах, визитка, разминка и домашнее задание между молодыми участниками и их старшими коллегами по игре завершились ничью. Победила дружба. Ведь в каждом возрасте и каждом юморе есть что-то свое. А значит, такому творческому соревнованию суждено и дальше быть традиционным.